Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В воскресенье в Самарской области ясно и без осадков. Днем плюс 9, плюс 11 градусов. Ночью 4 выше 0. Ветер северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно. Днем плюс 11, ночью 4 выше 0. Северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо. Температура воздуха днем плюс 10, ночью 4 градуса с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 10 градусов, ночью 4 выше 0, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.